Ничто не заменит мне стихию момента, когда ты с ней один на один. Нам пришлось сделать паузу. Тренироваться без права выхода на воду. Но это тоже прошло. Впереди много работы. Еще больше, чем раньше. Выдержу. Справлюсь, выложусь на все 100. Потому что я Александр Ковальский, мастер спорта по академической гребле.